Так, ну а перед тем, как я вам покажу топ-10 мотоништяков из Китая, я бы вам хотел рассказать, что же стоит в моем скутере и что у меня вообще за скутер. Это все будет больше для тех подписчиков, кто недавно подписался на мой канал. Поэтому переходим к рассказу. Это скутер... Honda Dio AF27. Покупал я его за определенную сумму, можете посмотреть это все в обзоре. Ну и вообще можете посмотреть в обзоре про него. Это мое первое видео было про скутер. Там все более подробно рассказано. А сейчас я вам так кратко расскажу. В нем стоит поршневая на 65 кубов. И в нем стоит спортивный вариатор DLH. Поэтому всему тоже есть видосы. Можете просто зайти на канал и посмотреть. Вот. Ну и так вроде бы все. Заливаю 92-й бензин, масло Хадо. А также попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, а также посмотреть это видео до конца. Ну, подписаться надо для того, чтобы помочь мне добрать 1000 подписчиков до Нового года. Если на Новый год будет 1000 подписчиков, то я вам что-нибудь сделаю или... Ну, короче, что-нибудь будет по-любому на 1000 подписчиков на Новый год. Поэтому набираем 1000 подписчиков и поехали смотреть мотоништяки из Китая. Ну, а если вы хотите такой скутер, то поставьте лайк, и он у вас обязательно будет. Поэтому переходим к просмотру и подпишитесь на канал. Итак, первый товар — это чехол на сидушку. Он сделан из искусственной кожи и отлично подойдет для тех, то у кого, например, сидушка или порепалась, или порвалась, вы просто берете вот такой, заказываете чехол. Стоит он, как вы видите, вообще, ну, особо немного, всего там 600 рублей. И вы просто одеваете этот чехол, и у вас становится скутер более красивый. Ну, если у вас, конечно, порванная сидушка. И как бы есть в нескольких цветах эта сидушка. Поэтому, я думаю, для каждого... можно подобрать именно его цвет и то, что вы хотите. Это первый товар. Переходим к следующему. А теперь у нас вот такие вот накладки на тормоза. Такие же есть у меня на скутере. Можете посмотреть в одном из видео. Я их там показывал. Стоят они всего 18 рублей. Их каждый может себе позволить. Но и с ними более удобно. Не становятся холодными. И с ними более удобно ездить. Поэтому, ну, кто хочет, закажите. Также можете, кстати, в комментариях спрашивать различные вопросы про мой скутер. Всем буду отвечать. Просто задавайте любые вопросы, буду там отвечать и ставить вам лайки под комментарии. Также, я думаю, все знают, что из Китая можно заказать почти хоть что. Вот все можно практически заказать. И даже, я думаю, что можно собрать целый скутер. Ну, кроме рамы, конечно, рамы, наверное, нету в Китае, хотя можно и найти. Но если вы захотите еще одну серию по топ-10 ништяков, то пишите в комментариях, возможно, сделаю вторую серию. Ну, а этот товар — это наклейки на скутер. Стоят вот они 466 рублей, выглядят как оригинальные, и вы наклейками можете украсить свой скутер. Он будет выглядеть более сочно, более красиво и более привлекательно. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, пишем в комментариях, хотите ли вы следующую часть. А теперь хотел бы вам вот такой вот товар показать. Я думаю, что вы уже догадались, что это. Это полезный, я бы сказал, товар, потому что это съемник вариатора на скутере. То есть с ним удобно и быстро можно открутить вариатор, а не пользоваться вот старыми методами. Ну, это просто для тех, кто хочет, может, кто-то занимается ремонтами, и вам будет с ним удобнее, быстрее все делать. Поэтому такой вот очень, я бы сказал, нужный товар. Также из Китая можно заказать тюнинг, и это спортивный вариатор, как сейчас стоит у меня. Стоит он 1200 рублей от фирмы DLH. Вроде бы пока что нет нареканий на этот вариатор, поэтому можете заказывать. Довольно хороший вариатор, и он вам прибавит максимальную скорость на вашем скутере. Так что
сами думайте, заказывать вам или нет, но я бы заказал, если у вас есть 1200 рублей. Это, ну, приемлемый ценник, я думаю, вы понимаете. А следующий на очереди товар – это спортивный воздушный фильтр или же нулевик. Такие можно купить на, ну, из Китая за 300-500 рублей, ну, в зависимости от того, какой вы хотите, и от качества, ну и всего такого. А если вы хотите выделиться из толпы и украсить свой скутер, то можно купить на вот такие вот включатели-выключатели света, поворотников, стартера. Вот эти все кнопочки, которые есть, можно купить в различных цветах и украсить ваш скутер. Да, я знаю, что многие могут сказать, что это... Да, я говорил, что из Китая можно сказать хоть что, но когда я видел вот это... Я подумал, что это вообще очень прикольно. Это прозрачная крышка вариатора для вашего скутера. Она стоит, конечно, ну, я бы не сказал, что мало, как бы 2100, но для тех, кто любит смотреть, как там все работает, как ремень там ходит, как сцепление, можете заказать вот такую вот крышку вариатора. Она довольно прикольная, но, конечно, цена у нее не очень прикольная. Такой вот интересный товар. Теперь, опять же, товар по внешнему виду скутера, и это, как вы догадались, пластик на заднюю фару скутера. То есть можно купить в разных цветах. Тут, конечно, нету вот темного цвета, но еще есть, по-моему, в темном цвете, типа такие черные они. Вот они выглядят прикольно, я бы даже себе черный заказал, потому что, ну, реально... Тогда скутер станет более красивее. И стоит всего там, ну, от 300 до 800 рублей. Еще, возможно, за доставку придется заплатить, но это зато украсит ваш скутер. Поэтому подумайте над приобретением. Ну, а теперь переходим к самому крутому товару из нашей подборки сегодняшней. И это приборная панель на ваш скутер. Как видите, есть с темным стеклом и типа с синим каким-то таким светлым. Здесь также есть на этой приборной панели тахометр, то есть вы можете следить за своими оборотами, правильно настроить ваш карбюратор, чтобы он держал определенные обороты, и также на электронную. Можете посмотреть в интернете, как работает эта приборная панель, но она, поверьте, очень крутая. Не знаю, сколько она стоит, потому что не нашел ее, но вот такая вот приборная панель, поэтому поставьте лайки за такую приборную панель. Ну а на этом хотел бы заканчивать уже наш видеоролик. Я вам показал все такие ништяки для скутера. А с вас попрошу всего-то подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. И если вы досмотрели до этого момента видео, то вам очень большая благодарность. Потому что для меня важно, сколько вы смотрите это видео. Ну все, надеюсь, всем понравилось это видео. Все оценили. Всем удачи, всем пока.